Выкопка еле голубой, 4-летка. Так, видео капает надо. Все вручную. До автомата еще не дошли. 4-леточка, вот корни ее. Хотя она с виду вроде маленькая кажется, но там уже видно, что вот 4-летка. Вот из каждой почки пойдет, но потом будет довольно-таки хорошее дерево. Ну и так вот и идем дальше. Потом дальнейшую упаковку покажем вам. Да, корневая страдает, не спорю, но корней тут довольно много. Чтобы ее загубить, надо постараться. Это я постоянно говорю, ребята, надо постараться. Посмотрите, корни какие. Не надо выдумывать, что там с открытой корневой она будет долго, он долго не может лежать и пропадает. Это все выдумки. Вот эта ель вот так вот лежит у нас. Ну не так, в ящике. Неделю может лежать, потом я беру и ее довольно-таки хорошо рассаживаю. Вот даже возьмем маленькие вот эти, да? И когда их начинаешь выкапывать, видно, что она довольно не маленькая. Она довольно хорошая елочка. Вот это тоже маленькая, как бы. А когда посадите ее, будет довольно прилично. Сантиметров 15 есть. Ну, на следующий год, естественно, у нас останется побольше. Ну вот, сенец 4-летки. Это примерно 20 сантиметров. Ссылка на товар будет в описании. Можете заказывать, пока идет прием заказов. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Удачи!